Друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о том, как решить проблему с анимацией. Например, вы подготовили какую-либо анимацию там из любого количества кадров, там 10, 20, там 1000 кадров, неважно. И у вас происходит кадры не по порядку, да, сбивается в каком-то моменте, и вы не понимаете почему. Сейчас я вам расскажу почему и как это решить. Вот, допустим, давайте я покажу вам. Анимация, вроде как анимация, да, вот первый кадр, второй, все, в общем, ну, друг за другом идут, пронумерованы от 1 до 12, и вопрос, почему не работает. Просто система, в принципе, сделана так, что она считывает по-другому наименование файлов. То есть, как вы видите на картинке, сейчас происходит сбой. Вот оно вращается, где-то здесь что-то там мигнуло и опять, да, назад. А должно быть плавно, потому что картинки уже подготовлены правильно. А все дело в наименовании файлов. Нужно переименовывать файлы. А именно, нужно, чтобы, если у вас до 1000 кадров, что, скорее всего, так и будет, то вам нужна нумерация, чтобы была 001, 002, 003, так далее, 010, 011, 012, ну и так далее. Соответственно, ну, предположим, что у нас 100 кадров, и вручную переименовать это вообще капец как тяжело. Даже на Windows вроде как и есть массовое переименование файлов, но может и не сработать, потому что лишние символы нам не нужны, нам нужны только цифры. На macOS, да, можно это сделать. Я работаю на Windows, поэтому вы можете отдельно урок найти, если на macOS. Но я советую всем, кто на Windows, использовать файловый менеджер. Возможно, вы о нем слышали. Называется он Total Commander. Ссылку, кстати, я оставлю в описании на него. Собственно, я захожу в нашу папку, где у меня от 1 до 12, да, у вас там может быть 50, 100. И как же нам переименовать? Я лично делаю довольно быстро, легко, может быть, кто-то знает способ еще лучше, но тут все равно очень быстро мы сейчас сделаем. Я просто через клавишу Shift, зажимаю клавишу Shift и выделяю вот с 1 по 12. Вот они у меня все выделились. Я нажимаю на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-M, английская, и здесь что я вижу? Ну, такой интерфейс, где можно какие-то условия задать для переименования файлов. И вот здесь давайте поставим, ну вот, он пишет имя, счетчик, нам необходим счетчик. Сейчас вот S стоит правильно. Перед счетчиком мы ставим, допустим, цифру 0. Видите, как сделалось? И цифру 0 еще. Так как у нас, ну, все равно два раза будем переименовывать, потому что вначале должно быть 001. Поэтому давайте сделаем. Здесь, смотрите, шаг с первого, да, шаг, ну, начать с первого, шаг единица. Вот такие параметры сейчас задаем. Вот что у нас получится. Это окей. Нажимаем выполнить. Закрываем, видим, что файлы переименовались. Кстати, переименовывается моментально. Это файловый менеджер, он работает превосходно. И давайте теперь от 0.10, да, и то, что у вас там дальше, выбираем вот так. И нажимаем Ctrl-M. И здесь начинаем счетчик с 10. Смотрим, как это выглядит. Лишний 0 убираем. И далее, как видите, уже выстроились все правильно. Нажимаем «Выполнить». Если у вас, допустим, там 0.99, далее пойдет просто 100, 101, 102 и так до 999. Если у вас кадров, ну, не знаю, больше 1000, что крайне редко бывает, тогда вам нужно делать 0.001. Ну, собственно, на 0 просто больше добавить, и тогда будет все окей. Ну, например, мы заменили анимацию. И теперь, допустим, у вас там в Spark куча всего, и вы хотите заменить только анимацию, не меняя там ни положения картинок, ничего. Просто заменить анимацию. Как это сделать? Вы находите вашу анимацию, ну, допустим, давайте прям, если у вас прям очень много всего, то нажимаем на наш plan, вот мы нашли, что plan, он содержит анимацию, переходим в материал 0, узнаем, что у него материал 0, если вы заранее все не переименовывали, и текстуру смотрим, какая же у него текстура, анимация секвенция 0, нажимаем на нее, перешли сюда и видим, какая, ну, собственно, последовательность картинок, да, заложена в эту анимацию. Мы видим 1-12, соответственно, это вот это. Мы нажимаем правой кнопкой мыши и просто удаляем. Смотрите, обратите внимание, если мы нажимаем Delete, он перемещает файлы в корзину. Если нажимаем Cut, то они остаются в папке. То есть, если вы сейчас нажмете Delete там и закроете проект и зайдете, этих файлов не будет. Так что удаляйте, как бы, если точно уверен, что у вас есть источник. То есть, чтобы вы просто так файлы свои не стерли навсегда. Хоть он их в корзину перемещает, по-моему. Ну, давайте нажмем Delete. Вот он спрашивает удалить. Мы нажимаем удалить. Все равно у нас, как бы, файлы в папке есть, которые мы сейчас переименовывали. Анимация секвенция 0. Нажимаем выбрать файлы. И также я через зажатую клавишу Shift. Вот, от 1 до 12 нажимаю открыть. И как мы видим, теперь круг полностью проходит, ничего у нас не глючит. Также рекомендую поставить нет компрессии.
В принципе, мы решили проблему. Проблема распространенная. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Поставьте лайк, там напишите комментарий. Обязательно подписывайтесь и в нашу группу ВКонтакте, и в чат разработчиков в Телеграме. Всего доброго, всем пока.